Конечно, я вас хорошо рад. Я відразу перейду на російську, бо знаємо, що вам краще, коли ми задаємо питання російською. Зрозуміліше буде так. Зрозуміліше так. Для того, щоб більш конструктивний у нас був діалог. Хотім спросити. Вчора в Госдумі Росії внесли закон, який дозволяє Путіну створювати окупаційні адміністрації за пределами Росії. Во-первых, як ви можете прокоментувати цей законопроект, який вчора внесли, і чому відбувається, такие, скажем так, шествия законные? Ну, понимаете, это вообще говорить о том, что в России существуют какие-то законы, можно только вот делая многочисленные кавычки, потому что никакого закона в России больше нет, конституция ликвидирована, вот знаменитое это действие на пеньках, когда уничтожили конституцию, ну и законов, конечно, тоже никаких нет. Значит, то, что принимается, это законоиды, то есть то, что имеет вид закона формально, но законом не является. Значит, ну, можно написать на листе белой бумаги о том, что Путин имеет право и обязан, например, создавать там военные администрации на Юпитере. Никаких отношений, которые регулируют этот закон, не существует. Точно так же военные администрации за пределами России. То есть никакого отношения к международному праву это не имеет. Но это, ну, своего рода вот такие вот мистические заклинания. Он действительно может это делать, захватив какие-то участки, какие-то территории Украины или какой-то другой страны. Но это, естественно, никакого отношения к праву не имеет. Это проявление не права, а вот такой вот, ну, я бы сказал, мифологии фашистской, которая утверждает, что русский мир, он везде, что Россия, границы России не кончаются нигде. Это не имеет никакого отношения к праву. И вот еще интересно, если проследить, то получается, что Кремль сам себе противоречит. Потому что раньше Путин говорил, что никто ничего на территории Украины не собирается оккупировать. А теперь, если пошла риторика об администрациях военных, а мы понимаем, что это автоматически означает оккупационных администрациях, теперь получается, что все предыдущие слова Путина, они уже в эту канву как бы не ложатся. И получается, что риторика, она сама себе противоречит, и пропаганда дает сбой, она между собой не синхронизирована, получается. И как дальше будет это объяснять Путин и его пропагандисты, как вы считаете? Вы знаете, вот в вашем абсолютно точном, верном, выверенном заявлении есть одна неточность. Дело в том, вот слово «пропаганда» дает сбой. Понимаете, эта путинская фашистская пропаганда, она и вся изначально внутренне противоречива. На самом деле никто, ни один человек, в том числе и сам Путин, не знает, что такое план Путина. Потому что сегодня он заявляет одно, завтра другое. Но то, что, так сказать, оккупация украинских земель является целью, вот, ну, вчера просто во всех пропагандистских ток-шоу ненависти говорилось о том, что, ну, Херсон, это же наша земля. И точно так же, по сути дела, вся Украина воспринимается вот этой вот Путиным и его окружением. Это российская земля, которая в результате там каких-то предательств, недоразумений. Это я сейчас цитирую тех людей, которые вчера выступали в телевизоре в российском. Они случайно вот в результате предательств, недоразумений оказались не в составе России. Поэтому эта идея, она, безусловно, то есть вообще для Путина Украина это какое-то недоразумение, которое должно оказаться внутри России. Это на самом деле, ну, практически прямым текстом существует в его статьях на, так сказать, исторические темы. Это разговор о том, что Украину создал Ленин и создал ее неправильно, ну и так далее. Вот все эти глупости. Так что здесь все в соответствии с изначальным вот этой затеей Путина, которая на самом деле не имеет внятных очертаний, потому что Путин дойдет туда, куда ему позволит. В данном случае, куда ему позволит украинская армия, ну и мировое сообщество, которое украинскую армию поддерживает. Позволит дойти до Ла-Манша, дойдет до Ла-Манша. Позволит, так сказать, в Вашингтоне там
что-то делать, значит, будет в Вашингтоне что-то делать. Ну, не говоря уже об Украине. То есть план – это полная ликвидация государства Украины и украинского народа. Ну, скорее всего, не получится у Путина дойти ни, до, ни через Украину, ни до Ла-Манша, ни тем более за океана. В то же время мы видим информацию, которую постоянно предоставляет Генеральный штаб ВСУ. И вот мы видим, как армия России, она уменьшает свои аппетиты. Видим, что на определенных направлениях уже идет активное контрнаступление. И мы, конечно, как журналисты, мы на это надеемся, а наши военные уже этим занимаются. Мы очень верим, что в ближайшее время Херсонская область, там тоже начнется контрнаступление, и наши территории снова будут контролироваться Киевом. И вот когда это случится, как вы считаете, в какую сторону будет разворачиваться пропаганда, и как будут оправдывать потерю Херсонской области? Ну и, возможно, вообще все, невозможно, а всех территорий, которые сейчас временно оккупированы. Вот беспокоиться о том, как они будут оправдываться, не стоит. Эта техника у них отлажена. И здесь, ну, понимаете, как они оправдываются, что планировали за 3 дня захватить всю Украину, а сейчас 3 месяца и до сих пор... Там, так сказать, какие-то бои, причем наступления, контрнаступления и так далее. Объясняется это очень просто. 2 обстоятельствами. Первое, что путинская, ну это я сейчас просто цитирую вот эту фашистскую пропаганду телевизора путинского, что первое, значит, ни с какой Украиной Путин и Россия его не воюют. Воюют совсем с НАТО, естественно, как вы понимаете. Это первое. А второе, это же не война. Это спецоперация. Если бы это была война, то тогда одним сарматом, ну, кстати, сармат, которого на вооружении России нет. Но, тем не менее, почему-то все время сармат. Значит, одним сарматом Украина была бы уничтожена. То есть, как бы мы не ведем войну, мы ведем спецоперацию, поэтому... жалеем, поэтому мы применяем, Россия не воюет в полную мощь, это будет одно объяснение, а второе, Россия воюет с НАТО, это будет там первое объяснение. То есть на самом деле, как вывернуться, как, так сказать, набрать очередной раз, вот за этим задержки не будет. Ну вот, кстати, вот немножко опередили мой вопрос, я тоже вот хотел вот уточнить по поводу каналов пропаганды, то, что они вещают. Вот действительно, мне кажется, что в России уже даже люди, которые не знакомы с военным делом, понимают, что военная операция, специальная военная операция не ведется 3 месяца, когда войска увязли в боях. Это первое. Второе, не было ни одного доказательства, ни одной картинки, когда реальные есть бои с представителями НАТО, с регулярной армией стран представителей НАТО. Это второе. И вот, а война, слово, не звучит до сих пор в официальных пропагандистских каналах. Так вот, как вы считаете, какую концепцию выберет Кремль для того, чтобы дальше вот лгать в уши своему электорату? Потому что вот ни СВО их, ни война, она, ну, не проходит как нарратив уже. Ну, первое, когда вы говорите, что все понимают, что вот война, спецоперация не ведется там и так далее, ну вот, что вот это вот словосочетание «все понимают», оно в значительной степени, так сказать, не упускает то явление, которое великолепно описал Оруэлл. Это двоемыслие. Когда вот здесь понимаю, а здесь нет. Понимаете? То есть, да, понимают. Да, безусловно, да, всем все понятно, но тем не менее продолжают верить, продолжают, ну вот как Тертуллиан говорил, веру ибо абсурдно. Да, то есть здесь не нужна логика совершенно. Это первое. Второе, значит, какое оправдание будут они выдумывать в следующий раз, когда станет понятно, что это вот это полный провал, что очевидно. Другой вопрос, сроки этого провала и глубина этого провала пока не очевидна. Будем честными друг перед другом. Мы же пропагандой не занимаемся.
Поэтому как они будут выкручиваться? Ну, будут объяснять, что против них все воюет весь мир, а мы вот все жалеем, мы такие добрые. Поэтому я думаю, что та часть, ну, я думаю, что примерно треть, может быть больше, может быть меньше, зомбированного населения будет, безусловно, поддерживать вот эту, вот этот фашистский режим. И я думаю, что излечение от этого, вот этого депутинизации займет несколько десятилетий. Это очень серьезная история. Масштаб разрушения мозгов у россиян принял размеры, которые были невиданы ни в сталинском СССР, ни в гитлеровском рейхе. Ну вот, если мы говорим о зомбированных россиянах, то, ну, в принципе, их позиция понятна. Как они все воспринимают, как они реагируют, когда меняется риторика. Но вот окружение Путина, они же, в принципе, уже должны понимать, что, как там говорят, спецоперация, она проваливается, и все как бы идет к тому, что скоро Украина победит, и скоро нужно будет садиться за стол переговоров, и что Путин проиграл, они же должны это понимать, или как вот реагируют сейчас на происходящее окружение Путина? Вот говоря, нет такого человека, который имел бы фамилию окружения Путина. Есть совершенно конкретные люди. И этих людей, часть этих людей мы видели на вот этом историческом заседании Совета Безопасности России, где они все стояли на вытяжке в мокрых штанах и совершенно, так сказать, не знали, что им сказать, как тряслись все и ну, производили весьма жалкое ощущение. Первый слой ответа на ваш вопрос – это они панически боятся. Они панически боятся Путина. Путина они боятся больше, пока, больше, чем трибунала. Это первое. Потому что Путин, он здесь вот сейчас, а трибунал когда еще будет? Это первое. Второе. Окружение Путина разное. Ну, есть, например, Патрушев. Здесь с ним все ясно. Он еще больше Путин, чем Путин. Есть какие-то другие люди. Есть, например, так сказать, глава российского правительства, весь экономический блок. Это другая история. Они, как я по отношению к некоторым из них, я уверен, по отношению к некоторым предполагаю, что они страшно завидуют Чубайсу, которого отпустили, так сказать, на волю и не посадили, и он, так сказать, сумел сбежать и, скорее всего, может иметь шансы избежать трибунала после потери. Хотя, конечно, это будет несправедливо, потому что он виноват, так сказать, никак не меньше, чем ближайшее окружение Путина. То есть есть разные, так сказать, фракции в окружении Путина. Одна – это, безусловно, там еще больше, чем Путин, страдает вот этим фашизмом. А вторая – это те люди, которые очень хотели бы убежать, но, к сожалению, их никто не отпускает. Поэтому по-разному. Но основное, что их обвиняет, это страх. Страх перед Путиным. Вот вы вспомнили о Патрушеве и сказали, что Патрушев, возможно, еще больше Путина, чем сам Путин. Вот как вы считаете, есть ли амбиции лично Патрушева все-таки возглавить Россию? И, ну, если вот свита и бояре увидят, что Путин уже не тот, Путин уже не вожак, Путин уже слаб, могут ли его коллективно заменить кем-то другим? Амбиции у него, конечно же, есть. Это проявляется буквально в каждом его слове. То есть, на самом деле, он, конечно, очень амбициозный человек. Он сейчас выполняет такие функции серого кардинала, там, наподобие Михаила Андреевича Суслова. Но амбиции у него, конечно, выше. Если Суслов никогда не хотел заменить там Брежнева, то, естественно, видно мечты Патрушева, они читаются на его лице. Но что касается реализации этих мечтаний, у меня есть большие сомнения, потому что все-таки, так сказать, есть группировка Патрушева, с которой совершенно не согласятся другие. Вот функция вот такого вот смотрящего и, так сказать, решалы, который разрешает внутренние противоречия между различными кланами, она Путину органична, он из этой функции вырос,
А для Патрушева она пока невозможна. Поэтому я не думаю, что в отношении Патрушева будет консенсус у, так сказать, ближайших чиновников вот этого фашистского режима. Игорь Александрович, вот когда говорим о окружении, вы сказали, вспомнили вот это заседание ОДКБ, которое 16 мая проходила, и в принципе вы говорите, что Путина боятся, но в то же время было очень такое откровенное и дерзкое заявление Пашиняна, который критиковал ОДКБ за то, что они не помогли во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Не считаете ли вы, что это первые звоночки для того, чтобы вот это военное объединение скорым временем прекратило свое существование? Ну, я, конечно, говорил не о заседании ОДКБ, когда говорил об окружении Путина. Я говорил о заседании Совета Безопасности, который был накануне спецоперации в феврале. Но так что это совершенно разные вещи. Одно дело окружение Путина, которое панически его боится, поскольку полностью зависит, находится в его власти. А второе – это заседание ОДКБ. Это люди, которые действительно так с опаской относятся к Путину, но лично судьба каждого из них, ну кроме, пожалуй, судьбы Лукашенко, от Путина непосредственно не зависит. Поэтому это совершенно другая история. И я думаю, что они все, а не только Пашинян, они все стараются сейчас... Я очень внимательно смотрел все, что было опубликовано в этом, по поводу этого заседания ОДКБ. Я видел, что они стараются дистанцироваться от Путина и Лукашенко. Вот эта парочка связанных одной цепью, парочка обреченных диктаторов, которым, скорее всего, не удастся избежать трибунала, но остальные стараются не разделять их участь и дистанцируются. Поэтому Пашинян просто высказал, что называется, наболевшее, а все остальные тоже стараются подальше держаться, потому что, обратите внимание, ни одна страна ОДКБ, ни одно государство ОДКБ официально не поддержало вот эту вот акцию вторжения и войну против Украины. Более того, они все, в принципе, в той или иной степени, так сказать, поддерживают санкции. Ну, не прямо, но, по крайней мере, косвенно. То есть, на самом деле, ОДКБ, безусловно, не является монолитом. Ну и там, конечно же, когда в зависимости от степени и глубины поражения путинского режима, ОДКБ, конечно, мгновенно развалится. Как только этот режим получит то поражение, которое будет уже невозможно скрыть. Конечно, в этот момент ОДКБ исчезнет. Кстати, вот вы обратили внимание на интересную деталь. Вот в резюме по итогам этого заседания ОДКБ там есть абзац по поводу НАТО. И там официально ОДКБ как организация говорит о том, что она будет продолжать сотрудничество с Североатлантическим альянсом. И очень интересно, так как Путин и его окружение официально говорит о том, что по сути НАТО воюет против России, а ОДКБ, где Путин как бы негласный лидер до сих пор был, говорит о том, что надо сотрудничать с НАТО. Вот такая интересная деталь, как вы считаете? Как можно ее прокомментировать вообще? Ну, эта деталь, она прямо подтверждает то, что я сейчас сказал, то, что кроме Лукашенко, все остальные члены ОДКБ дистанцируются от Путина, потому что Путин – это обреченный, это прокаженный, с которым нельзя иметь дело. Поэтому они и заявляют о том, что, так сказать, ну пусть Путин воюет с НАТО персонально, в личном качестве, а мы, члены ОДКБ, говорим о том, что мы не враги НАТО. Ну, кому хочется воевать с... Ну, и Путин, конечно, не воюет ни с каким НАТО, это его фантазии. Но вообще, в принципе, сама мысль воевать НАТО, она ни в одной нормальной голове родиться не может. А все-таки главы стран-государств, членов ОДКБ, это все-таки нормальные люди, ну пусть разные, очень разные, пусть там есть и диктаторы, но это нормальные диктаторы, в отличие от безумца Путина. От него стараются держаться сейчас подальше.
В то же время, опять-таки вернемся к законопроектам, которые сейчас появляются в Госдуме России. Предложили, вот было такое предложение, сделать флаг Советского Союза вторым государственным. Также на заводе Рено объявили о том, что будут производить москвичи машины. Что это за такая невероятная грусть за Советским Союзом? Неужели это устраивает все-таки россиян, которые уже больше 30 лет живут именно в России, а не в Советском Союзе? Ну, во-первых, россияне разные. Во-вторых, совершенно массированная пропаганда, массированная сакрализация Советского Союза, она дает свои результаты и в головах очень многих. Но эта пропаганда, эта сакрализация проявляется и в обилии советских фильмов, и в постоянных разговорах о том, что вот какая, Путин же заявляет о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой 20 века, и в этом ключе выстраивается и пропаганда. А пропаганда действительно сейчас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, нон-стоп, она обрушивается на голову россиян. Достаточно программу российского телевидения посмотреть, чтобы понять эти масштабы. Но действительно, вот это вот вы не сказали еще десятки других примет. Ну, естественно, мы же не досье сейчас собираем. Там и возрождение пионерской организации. Вчера, кстати говоря, был день рождения пионерской организации. Принято решение уже официально, что будет создаваться аналог этой пионерской организации под названием «Большая перемена». То есть на самом деле действительно некоторые попытки вернуться в Советский Союз, они предпринимаются. Это, конечно, попытки в значительной степени поверхностные, потому что никакого Советского Союза, конечно, никто воссоздавать не будет. Ну, во-первых, размер не получится. Во-вторых, что еще более важно, это то, что все-таки путинский фашизм, он только имитационно может напоминать Советский Союз. А по сути, поскольку он основан все-таки на его базис является тотальное воровство и тотальная коррупция, в Советском Союзе, конечно, было воровство, была коррупция, тут вопросов нет, но они не были основой этого режима. Там все-таки основой этого режима была идеология. А здесь коррупция основа. Поэтому никакого Советского Союза, конечно, не будет. Будет имитация, будут некоторые формальные признаки. Кстати, об идеологии. Как вы считаете, удалось ли путинскому, так сказать, эстаблишменту и идеологам создать действительно идеологию современной России, либо этой идеологии до сих пор нет в Путина? Вы знаете, приблизились к созданию. Приблизились, то есть создали некую квази-идеологию. Все-таки идеология, если мы не будем сейчас затевать большой и, на мой взгляд, бесплодный спор о словах, то идеология – это все-таки некоторое, пусть и мистифицированное, но видение какого-то будущего. Это тексты, в которых воплощаются. Понимаете, это «Майн кампф» Гитлера, это, фашистские доктрины, которые опубликованы были в текстах Муссолини, Джентили и так далее, это манифест коммунистической партии Маркса и там программа Компартии и 55 томов ленинских сочинений. То есть это все идеологии, которые выражены в ясных, понятных текстах и составляют некоторый план, некоторый образ будущего. Ничего подобного путинскому режиму создать не удалось. Да, были отдельные тексты, в которых вроде бы как делается попытка, но эти тексты не являются государственно признанными. Это все-таки частное мнение каких-то людей. И в целом, вот я не случайно говорю все время о том, что никто не понимает, в чем состоит план Путина. Даже в таком частном деле, как вот эта война против Украины, никто не понимает, что он на самом деле хочет. Он хочет захватить всю Украину? Ну да, наверное. Он хочет захватить ее часть? Возможно. Вот вчера режиссер Шахназаров с мукой в голосе спрашивал воздух, надеюсь, что дойдет до Путина. Так мы будем брать Киев или не будем? Они не понимают, хотят они этого или нет.
Другой вопрос, что не могут. Понятно, что кишка тонка. Но даже плана такого не существует, как ясно очерчено. Поэтому мой ответ на ваш вопрос – нет. Идеологии путинского фашизма не существует. Есть мифология. Она существует, а идеологии, как ясный план, как образ будущего, нет. И в этом одна из особенностей и специфики русского, российского, путинского фашизма. Игорь Александрович, спасибо, что нашли возможность...